Знакомьтесь, это Виктория Юрьевна. Она пенсионерка и утверждает, что с некоторых пор в ее доме появились призраки. Можно было бы все списать на психическое расстройство, но... Похоже, не все так просто. Да, ее дочь Галина Колесник тоже видит призраков. Какие-то коллективные галлюцинации? Ну, если так, то справа может быть в галлюциногене или токсине, который действует на обоих. Возможно. Нужно будет проверить дом максимально незаметно. Галина работает воспитателем в детском садике и не хотела бы, чтобы о ее видениях узнали люди, иначе кто доверит детей сумасшедшей? Ну, вот что интересно. К нам ведь обратилась не сама Галина, а ее жених Егор. Они уже год в гражданском браке, а он ходит к ней только днем. Ночью возвращается домой. Странно. Да, я тоже обратил на это внимание. Егор это объясняет тем, что у него больная мать, и он вынужден за ней ухаживать. Но все равно нужно будет уточнить все детали. Марина, как ты относишься к загородной поездке? Взагалі-то непогано. Але мені потрібно допомогти Тимуру і Денису у справі з художником. Жень, ну тогда это дело на тебе. Конечно, да. Интересное дело. Свежий воздух. Домашняя пища. Ну что еще нужно для счастья? Я и пробы сам возьму. Женщины приняли моего помощника хлебосольно и очень радушно. Они были не на шутку напуганы и верили, наше расследование – их последняя надежда разобраться в происходящем. Угощайтесь. Булочки. Сама пекла. И варенечко мажьте. У нас вообще все свое. Мы выращиваем, сами закатываем. Вы такого в городе не попробуете. Может, возьмете баночку с собой? Спасибо, обязательно. Но для начала расскажите, что у вас здесь происходит. Ой, ну, честно говоря, мы сами толком не понимаем. Ну, что-то совершенно ненормальное. Со слов Виктории Юрьевны, некоторое время назад она стала слышать странные звуки, похожие на постукивание или шаги. Галь, ты вернулась? Галь, это ты? Кто в доме? Однако в доме женщина была одна, и кто издавал эти звуки, она так и не поняла. Я тогда весь дом обыскала. И в гостиной, и в Галиной комнате, и даже в кладовке. И не было никого, даже кошки не было. Кто тогда стучал? Звуки не прекращались целый день. Но самым странным было то, что вернувшаяся с работы Галина, в отличие от матери, ничего не слышала. Звук такой, шаги такие какие-то шаркающие. Ты вот сейчас пришла или еще раньше приходила? Мам, я только что зашла. Послушай, ну зачем мне надо было приходить, пугать тебя, стучать? Ну, может, где-то эта кошка скребет, а? Я тоже так думала. Но обыскалась уже, нигде кошки нету. Ну, значит, показалось, мам, показалось. Давай попьем чайку, давай успокоимся. Попьем? На, неси чайник. И ничего мне не показалось. Она слишком долго стучала, и шаги были абсолютно не кошачьи. Но лучше бы, конечно, это все мне просто померещилось. Чтобы успокоить дочь, Виктория Юрьевна сделала вид, что поверила в ее объяснение. Но звуки не прекращались. И неожиданно Галя тоже их услышала. Что-то похолодало. Что это? Что происходит? Ты слышишь это, да? Слышу. А то, что случилось дальше, привело обеих женщин в ужас.
Женщины рассказали Егору, жениху Гале, о том, что произошло. Парень, конечно же, не поверил. Списал все на их фантазию и впечатлительность. Они тут же ухватились за его объяснение. Ведь все другие версии были невероятны. На пару дней все действительно успокоилось. Мы решили, что Егор, наверное, прав. Стали даже забывать об этом. Я вообще в мистику не верю и не сильно поверила даже после всего, что увидела. И вот мы себе подумали, откуда в этой всей чертовщине взяться? Ведь мы столько лет прожили в этом доме, и ничего даже похожего не было. А теперь что? Ну откуда это все? За что? Однако, как только женщины окончательно решили, что призраки им померещились, и в доме ничего странного не происходит, все началось заново. И с тех пор так постоянно. Оно здесь как у себя дома. Иногда пропадает на пару дней, и как только начинаешь чувствовать себя нормально и забываешь об этом, снова появляется. Как будто хочет выжить нас отсюда. Я свихнулась. Я вначале тоже так думала, а потом поняла, нет, Галя тоже видела это. А вдвоем с ума не сходит. Но я не знаю, что это было. Может, это чья-то потерянная душа. Только оно нас в покое с Галей не оставит. Может, это из-за стресса. Может, недавно ситуации какие-то происходили такие. Да нет. Все как обычно. Ничего особенного. Ну, может, тогда мыши разгулялись? Вот за этим у нас кошка следит. И ни одной мышки не пропустит. И вообще, шкрябанье мышей вот с этим вот не перепутаешь. Вы извините, Виктория Юрьевна, но я в медицинском смысле спрошу. Вы к врачу давно обращались? Голова у меня иногда болит. И спина ноет, и давление. Но вот к этому это не имеет никакого отношения. Ну, а я, слава богу, вообще на здоровье не жалуюсь. Понятно. Ну, тогда, если вы не против, я ваше лекарство возьму на анализ. Ну, я осмотрю дом. Посмотрите, конечно. Для этого Егор вас и пригласил, чтобы разобраться с этой чертовщиной. Мой помощник тщательно изучил дом. Осмотрел зеркало, шкафы, всю мебель. Однако ничего подозрительного не обнаружил. Возможно, пробы, которые он взял, смогут объяснить всю эту мистику. Итак, стук пальцев, холод, захлопывание дверей, шаги и ужасные руки, которые появляются из зеркала. Все это видят и слышат одновременно два человека. Я, честно говоря, заинтригован. Есть и третий человек в этой истории, который ничего странного не заметил. Это Егор. А если Галина и ее мама просто врут? Но зачем? Может, они таким странным образом манипулируют Егором? А может, это чья-то мистификация? И кто-то хочет запугать женщин до смерти. Но кто и зачем? Месть? Корысть? Ревность? Что происходит в этом доме? Это какой-то мираж, зеркальный эффект или действительно проделки потустороннего мира? Пока, к сожалению, у меня больше вопросов, чем ответов. Что ты думаешь по поводу этого дела? Я, конечно, не Тимур, но обе женщины вполне адекватные, хоть и видят видение. Ну, как говорится, это ж гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке.
что тогда? Но только не говори, что там действительно просто живут призраки. Ну, мне кажется, Марина права по поводу токсинов. Дом старый, ремонт давно делали. Я там взял огромное количество анализов, плюс там целая куча лекарств, аптека. Дождемся результатов анализов, там поймем. Так. Что? Хвилиночку. Результати є. Але того, що пояснює видіння, я не знайшла. Пил як пил, фарба звичайна. Є грибок, ну як у будь-яких будівлях старих, але він не токсичний. А лікарства? Ти ж забула перевірити лікарства. Ні, я перевіряла. Ось. Їх насправді там чимало. І деякі з них можуть викликати галюцинації, але в шалених дозах. Вони мають інші побічні ефекти, які неможливо не помітити, а жінки почуваються добре. Понятно. Но есть хоть какие-то идеи, что это ещё может быть? Ти знаєш, я думаю, відповідь треба шукати в будинку. Наскільки я правильно зрозуміла Женю, то видіння переслідує жінок саме в вітальні. В рассказах женщин постоянно фигурирует зеркало. Я попросил Евгения встретиться со специалистом, изучающим эффекты, создаваемые зеркалами. С разрешения хозяев он осмотрел комнату. Виктор Шептура, доктор технических наук, старший научный сотрудник Института информационных технологий, механики и оптики. Специализация – преломление света и свойства зеркал. Опыт работы 30 лет. Ваши подозрения насчет этой комнаты и связи зеркал с видениями женщин действительно имеют под собой веские основания. Вы знаете что-нибудь о влиянии зеркал на психику человека? Ну, знаю только то, что часто гипнотизеры их используют для того, чтобы вводить людей в транс. Мне об этом ваш коллега рассказывал. А ведь при определенных условиях человек сам может ввести себя в подобное гипнотическое состояние. А что, здесь есть такие условия? Ну, вот смотрите. Напротив трюмо стоит сервант, который отражает то, что показывает зеркало. Угу. Это создает визуальную бесконечность. Такой эффект и приводит к самогипнозу. В начале 90-х годов прошлого столетия академик Казначеев проводил ряд опытов по сверхчувствительному восприятию с помощью зеркал. Оказывается, у человека, помещенного в их фокус, вдруг появляются странные видения. А звуки? Причина тоже в этом? Конечно. Ведь все происходит в голове у человека. В подобном состоянии человек может внушить себе все, что угодно, в том числе и звуковые образы, точно так же, как и зрительные. Зеркала действительно обладают определенным влиянием на людей. Вы можете проверить это сами. Расположите зеркала по периметру комнаты, и вы сразу почувствуете какой-то психологический дискомфорт. Постоянный страх, который будет расти и расти, пока полностью не поглотит вас. Посоветовавшись с экспертом, мы переставили зеркало. Если причина в нем, то проблема должна исчезнуть. Но как только нам показалось, что загадка решена, дело приняло неожиданный оборот. Ну что, дело можно закрывать? Да нет еще. Мне только что звонила Галина. Это нечто напало на нее снова. Но уже не в гостиной, а прямо в ее комнате. Пенсионерка Виктория Колесник и ее дочь Галина утверждают, что в их доме появились призраки. Женщины слышат необъяснимые звуки, чувствуют холод и видят жуткие руки, которые тянутся к ним из зеркала. Жених Галины Егор уверяет, что ничего такого в доме не видел. Но только что Виктория сообщила, что призрак снова напал на нее. Так в чем же причина всей этой чертовщины?
Понял. Выезжаю. Евгений сразу же выехал в дом и уже через полчаса был на месте. Ну, слава богу. Я надеюсь, я вовремя? Мы же говорили, эта нечисть от нас с мамой так просто не отстанет. По словам Галины, она вернулась с работы, пообедала и зашла в комнату переодеться. И сразу услышала тот самый звук, который надеялась забыть навсегда. Только выбежала оттуда, сразу вам звонить. Я даже зайти туда боюсь. Не паникуйте, мы разберемся, кто живет в вашем шкафу и чего он хочет от вас. А вы проходите, вот своими глазами все и увидите. Очень на это надеюсь. В комнате кто-то есть? Она закрыта. Да нет там никого. И дверь была открыта, когда я отсюда выбегала. Это они. Это их рук дело. Может, через окно попробовать? Нет, окно тоже закрыто, но его уже я закрывала. Чтобы попасть в комнату, Евгению пришлось выбить дверь. Но внутри он не обнаружил ничего, кроме разбросанных вещей и шкафов. А вы говорили, окно закрыто. Ну, так и было. Честно, я специально его закрывала, чтобы комната не нагревалась, а вечером собиралась открыть. Его никто не взламывал. Это все они, призраки. Хотят закрывают, хотят открывают. Беспредел какой-то. А кто живет в доме напротив? Ирина Дмитриевна, соседка наша. Надо с ней поговорить. Дом стоит окно в окно с соседями. Если здесь и правда что-то происходило, они могли видеть. Скажите, Ирина Дмитриевна, а вы не наблюдали какие-то странности в семье соседей? Или, может быть, в доме происходило что-то необычное? Да начебто не. Тут дуже порядна сім'я живе. Галинка завжди допоможе, сумку піднесе. І в садочку її діти дуже люблять. Ось тільки Єгор не жениться на ній. Це ходить і ходить, а толку мало. Ну, може бути, з домом відбувалися якісь странності? З того часу, як Віка вже сюди переїхала, нічого. А от раніше... А в цьому будинку господарював Степан. Його вже немає в живих. Ох, і страшна ж була людина. Багато людського горя у його на совісті. А подробніше можете розказати? До війни він в НКВД працював. Багато кого на Калиму і під розстріл відправив. А як німці прийшли, поліцаєм став. Нікого не жалів. Мати розповідала, що в будинку і катував, і розстрілював. В цьому своєму собственному домі? Так, в ньому. І кажуть, не просто так. Він в землі під підлогою золото ховав. Те, що у людей відбирав. Його в тому будинку і застрелили. А ще він жінку свою на очах у дітей задушив. Хоч і давно це було, але зло нігде не дівається. Когда Евгений вышел из дома соседки, он увидел, что его поджидает Егор. Это снова произошло? Существа снова напали на Галю? Да, но что-то мне подсказывает, что вы знаете об этом гораздо больше, чем говорите. Ну, может быть, это все ерунда, я даже не знаю. Она бы не стала такое делать. О ком вы? Ну, я своей бывшей. Я ведь был женат, мы с ней развелись год назад, как раз когда она завязалась с Галей. А кто ваша бывшая? В том-то и дело, что она начальница Гали и работает директором в детском саду.
Мы с Настей не очень хорошо расстались. А когда она увидела нас с Галей, решила, что мы закрутили роман еще до развода. В общем, сложно все это было. И для меня, и для нее, и для Гали. Но я думал, Настя уже успокоилась. Итак, что мы имеем? Проклятый дом, в котором жил советский палач. Замучил много людей, задушил жену. Но с момента покупки дома прошло около 40 лет. А призраки появились только сейчас. А может, все дело в банальном любовном треугольнике? Бывшая жена Егора решила напугать соперницу и устроила все это шоу. Женская ревность способна и не на такое. Нужно обязательно проверить эту версию. В тот же день Евгений созвонился с Анастасией, бывшей женой Егора. Она сразу же согласилась на встречу и отрицала любую причастность к тому, что происходит с ее соперницей. Женя спросил, не считает ли она Галю причиной развода с Егором. Не навірте нікому. Я проти Галі нічого не маю. Вините ее в своем разводе. Було діло. Бовкнула щось дуру на емоціях. Але ми з Галою 5 років разом працюємо. Я впевнена, вона не могла вкрасти чоловіка з сім'ї. А окрім того, я знаю, хто розвів нас із чоловіком, і це не Галя. Образа, якщо в мене є, то тільки на Єгора. Він якось не по-чоловічому зі мною повівся. Це ж він мене кинув. А моя колишня свекруха Антоніна Федорівна – небезпечна людина. Це вона нашептала Єгору, щоб він пішов від мене. Що ви маєте у виду? Свекруха одразу мене не злюбила. Змусила нас з Єгором переїхати до неї, а потім почала мене виживати. Зачем їй це потрібно було? А хто її знає? Є такий тип матерів, які завжди недолюблювали невісток, хочуть, щоб сини тільки їм належали. А Єгор ще той мамин синок. Я спочатку намагалася їй догодити, а потім зрозуміла, що це, напевно, неможливо. Може, ви просто преувеличуєте? А те, що вона ходила по бабкам, порчу на мене наводила, щоб син пішов від мене, це вам як? Ви уверені? Добрі люди розповідали, а знаєте, все в житті повертається бумерангом. І Антоніна Федорівна зараз дуже тяжко хвора. Я вдруге вийшла заміж і щаслива, а от Галі потрібно бути з нею обережнішою. Думаєте, вона може їй навредити, щоб розлучитися зі своїм сином? Ця жінка здатна на все. До Ігора ви теж придивіться. Це не тому, що я сердита на нього. Просто він повністю мами під каблуком, завжди її слухає і робить усе, що вона йому скаже. Слова Анастасии насчет мужа той же ночью подтвердились. Евгений по моей просьбе установил в доме камеры, но просил Галину и ее мать никому об этом не говорить, даже Егору. И, похоже, план сработал. На видео мой помощник увидел Егора, который пробрался в дом через окно. Что вы здесь делаете? Вы что, следите за мной? Пытаюсь разобраться, что здесь происходит. Между прочим, по вашей просьбе. И, похоже, я нашел объяснение. Вы все не так поняли. У меня мама больная. А это тут при чем? Вы пытаетесь оправдаться? Да нет, хочу объяснить вам. У нее больная спина, а ей нужно срочно обезболивающее. У нас закончилось, а здесь у Виктории Юрьевны оно было. Вот. А в окно зачем лез? Ключи ж есть. Я на нервах выскочил, ключи дома забыл. Стучал, звонил Гале на мобильное, она не отвечает. Вспомнил, что она оставляет открытым окно на ночь. Ну почему-то, как только залез в окно, направился не к невесте, а прямиком в шкаф. Лекарство в шкафу было. А потом я заглянул к Гале. Они вместе с мамой снотворное приняли. Знаете, в последнее время они очень плохо спят. Вы разбудили ее? Нет. Она и так в таком состоянии, зачем ее пугать лишний раз. Убедился, что спит, все нормально, и вылез через окно точно так же обратно. Глупо, конечно, получилось, но это все правда. Я ничего такого в доме не делал. Можете сами проверить. Вещи, которые выпали, я на место положил обратно. И зачем мне что-то Гале делать плохое? Я ей предложение сделал. Мы поженимся скоро. Похоже, Егор действительно говорил правду. Утром Галина подтвердила. Жених действительно иногда берет у них обезболивающие. У Виктории Юрьевны тоже болит спина, и эти таблетки в доме есть постоянно.
Но полностью снимать с Егора подозрения рано. К тому же не стоит забывать и о его матери. От одной невестки она уже избавилась. Может, решила и за вторую взяться. В то, что виной всему наведенная порча, я, конечно, не верил. А вот раздобыть у какой-нибудь местной бабки-травницы галлюциногенные травы и подмешать их Галине и ее матери, женщина вполне могла. Есть еще версия с призраками прошлого, связанными с историей дома. Но она казалась мне слишком уж невероятной. Я попросил Евгения встретиться с мамой Егора. Женщина не скрывала, что она терпеть не может и Галю, и ее мать. Но никак им не вредит. Просто потому, что к большому ее сожалению не может. Я год уже на улицу не выхожу. По дому еле-еле ползаю. Сильно болит спина и ноги. И все это навалилось на меня. После того, как Галька нашего Егора стала обхаживать. Хотите сказать, что Галя каким-то образом причастна к вашей болезни? Или она сама, или мама ее. Зря, что ли, в селе за глаза ее черной довой называют. Троих мужей похоронила. И на дочку, наверное, как-то передалось. Но ведь Галя еще не была замужем. Вот и я об этом. Больше тридцатник. Она в девках все еще. А чего-то же мужики от нее шарахаются. Чувствуют что-то. Только мой Егорка по глупости влип. Воспользовались его добротой. Уж не знаю, из-за чего это, но судьба у них вдовья, у обеих. И у матери, и у дочки. И надо же было так моему Егору вляпаться. А мне только сиди и смотри, как моего ребенка сосвету сживают. Но, по-моему, с Егором все нормально. Жив, здоров. Это вам только кажется. Вы его раньше не знали. С тех пор, как он с Галькой познакомился, его как будто подменили. Как магнитом его к ней тянет. Я для него просто существовать перестала. Ну, такое бывает. Просто влюбился. В кого там влюбляться? Еще и старше на 3 года. Я пыталась ему мозги вправить. Но они за это на меня переключились. Как это? Ну вот Галька стала зазывать меня в гости. Гостинцы всякие часто передавала. Варенье особенно. Она на варенье вообще помешана. Мы ничего не ели, я все выбрасывала. Видите, даже это не помогло. Я бы хотела что-то сделать. Спасти своего ребенка. Но как? Они с матерью меня специально к дому привязали. Я вот даже сама себя уже спасти не могу. Слова будущей свекрови о том, что мужчины в доме Галины и ее матери надолго не задерживаются и долго не живут, подтвердились. Все 3 мужа Виктории Юрьевны действительно рано умерли. А у Галины и правда до встречи с Егором не было серьезных отношений. Но если это действительно можно было бы назвать проклятием черной вдовы, то как это связано с тем, что происходит с женщинами сейчас? Я решил проконсультироваться по этому поводу со специалистом-эзотериком. Присаживайтесь. Спасибо. Варвара Добронравова, специалист в области эзотерики. Закончила факультет психологии Киевского национального университета. Занимается изучением скрытых возможностей человека. Опыт работы 15 лет. Чем больше я работаю, тем больше верю в безграничные возможности человека. Как во благо себе, так и во вред. Покрывало черной вдовы яркий тому пример. Что вы имеете в виду? У некоторых женщин существует такая разрушающая энергия, что она сама по себе губительна для их партнеров. И без всяких магических ритуалов. Особенно, если они сами в это верят. Скажите, что вы можете сказать об этой женщине? Ну,
У этой женщины сильный страх и вера в скрытую силу. И этот страх сильно влияет на ее жизнь. Каким образом? Если человек попадает в замкнутый круг, он сам по себе притягивает к себе беду. А эта женщина живет в страхе. Она чувствует на себе вину за смерти своих мужей. И этот страх притягивает смерть нового мужа. Хорошо. А дочь? Она, видя все это, скорее всего, боится, что ее отношения с мужчинами приведут к их смерти. Проклятие «Черная вдова» на самом деле не что иное, как негативная программа жизни и поведения. Как правило, все мужья «Черной вдовы» умирают неестественной смертью. Но всему виной негативная установка самой женщины. То есть, иными словами, все их беды от того, что они верят в свою силу и боятся ее. Конечно. Хорошо, с мужьями мы разобрались, но как быть тогда с привидениями, которые появляются у них в доме? Откуда они взялись? Все из того же страха и веры. Вы же сами говорили, что видения у них появились после того, как Галина приняла предложение. То есть согласилась выйти замуж. То есть вы хотите сказать, что они таким образом пытаются отпугнуть Егора? Вернее, спасти его от печальной участи остальных мужчин в их жизни. Вера и страх – самые сильные эмоции, влияющие на человека. Если человек искренне верит или боится, он способен на все, как на хорошее, так и на плохое. Как исцелить умирающего, так и убить или породить к жизни монстров. А тем временем Виктория Юрьевна пригласила в дом экстрасенса и попросила Евгения присутствовать на сеансе. Она надеялась, что это поможет в нашем расследовании. Из того, что вы мне рассказали, мы имеем дело с полтергейстом. Он чаще всего образуется из старого призрака и подпитывается эмоциональными выбросами в этом доме. Но почему он появился только сейчас? Это я вам скажу, как только ближе с ним познакомлюсь. Чаще всего он бывает здесь? Да, в этой комнате. В этой комнате. Здесь была задушена женщина. Мать. Она была жестоко убита близким мужчиной. Ее душа не может освободиться. Как только я вошла, сразу почувствовала, дом эмоционально грязный. Именно в таком доме и селятся полтергейсты. Они чувствуют поле подпитки. В этом доме очень много плохого случилось. Очень. Вам плохо? Нет, все в порядке. Я должна обойти весь дом. Очень сильное негативное поле. Возможно, этот дух здесь не один. Заточили там. Тише, с вами все в порядке? Я больше не могу здесь находиться. Я должна покинуть этот дом. Там же только консервация. Ну, так давайте все же проверим. Кладовка, где Виктория Юрьевна хранила консервацию, меньше всего была похожа на черный чулан или место скопления призраков. Но ведь экстрасенс здесь что-то почувствовал. Что? Ну и что нам теперь делать? Как нам с этим жить? Если даже медиум не может находиться в этом доме. Все, нечисть победила. Мы лучше отсюда уедем.
Так где же все-таки скрыт ключ к разгадке? В доме, как считает медиум и Галина с ее мамой? Или в самих женщинах, как считает наш эксперт-эзотерик? Последняя версия строится на самовнушении и самопрограммировании, поэтому выглядит куда убедительнее, чем вера в духов и призраков. Но как ее проверить? Галина и Виктория Юрьевна сами подбросили мне идею. Они решили пожить у родственников, и я убедил их согласиться на небольшой эксперимент. Я попросил Евгения побыть немного в этом доме. Если он заметит хоть что-то необычное, нужно будет искать разгадку в самом жилище. А если нет, значит, проблема в самих женщинах. Но я даже представить не мог, чем все в итоге обернется. Пенсионерка Виктория Колесник и ее дочь Галина утверждают, что в их доме появились призраки. Женщины слышат зловещие звуки, чувствуют холод и видят жуткие руки, которые тянутся к ним из зеркала. Жених Галины Егор уверяет, что ничего такого в доме не видел. Но когда женщины уехали из дома, свидетелем всей этой чертовщины стал мой помощник. Неужели в доме и правда живут призраки? Ну, а через минуту все утихло, как будто ничего и не было. А камеры ты проверил? Да, ничего. Ну, как ничего? Я есть, стою весь испуганный, двери не открываются, звуков посторонних не было. А ти там до чого стиркався? Може, брав щось в руки чи їв щось? Чай пив, варенье ел. О, кстати, нам же баночку передали. Не проти я його перевірю. Ну, хорошо, проверю. Їсти б його я не радила. Я знайшла в ньому мускатний горіх. І що в цьому плохого? Ну, якщо декілька грам, то нічого, лише приємний запах. А от 3-4 цілих горіха – це вже наркотичний і галюциногенний ефект. Чорні руки і зеркало, як слідство в тому числі. Більше того, в такій кількості мускатний горіх викликає зниження температури. Тому жінкам і віяло холодом, коли вони бачили приводів. Ну, зачем? Зачем вони його додали стільки? Или це не вони? Як вияснилось позже, спеціально орешки жінкам ніхто не підсовував. Галина нам рассказала, что мама одной из ее воспитанниц работает на рынке. У нее киоск. И она торгует специями, орехами и сухофруктами. Время от времени женщина угощала чем-то Галину. А в последний раз, среди прочего, был и мускатный орех. Женщины наварили варенье, добавляя мускатный орех как пряность, и, мягко говоря, немного перестарались. Чуть не хватает. Ну-ка. Точно чего-то не хватает. Может, орешков добавим? Понюхай. Настяна мама как раз угостила какими-то. Какая прелесть. Скажи, пахнут, да? Ой, прелесть. Может, добавим по одному? Ну, что по одному? Маловато будет. Ты думаешь? Давай по три. Слушай, а давай. Первой попробовала токсичное варенье Виктория Юрьевна. И сразу же ощутила его эффект.
начала слышать звуки стучащих пальцев и шаги. Она подробно описала свои ощущения Галине, чем навеяло ей такие же галлюцинации. Потом Галине привиделись черные руки, появляющиеся из зеркала. Она, в свою очередь, подробно рассказала об этом матери. И в следующий раз, отведав варенье, женщины уже настроили себя на то, что увидят одно и то же. Привидения появлялись только в доме, потому что время действия галлюциногена очень короткое. Странные звуки, которые якобы издавали призраки, это, скорее всего, стук веток по крыше и стеклу окна, а также скрип старых половиц. Двери хлопали из-за сквозняков, а вещи из шкафа женщины под действием наркотика выбрасывали сами, пытаясь найти источник звука. Цікаво тільки, чому ці всі видіння оминули Єгора. Він же часто буває у Галі. А йому привкус пряності не понравився. Он сказал, что мама готовила варенье иначе. Сподіваюсь, ці події не завадять їм з Галею. Судя по тому, что день свадьбы назначен, видимо, нет. Удивительно другое. Почему медіум почувствовал угрозу от літньої кухні, где готовили варенье? Совпадение? Интуиция? Интуиция, Женя, это когда кому-то очень вовремя в голову приходят правильные мысли. Да, Марина?